Здесь, дома, но я вам буду помогать. Спрятана одна коробочка. Горячо. Только не открывать сначала. Мама, ты что, беременна? Мама, ты беременна? Братик, как ты думаешь, братик будет или сестричка? Всем привет! Вы на канале Сестрички Лайф. Кто еще не знает, я мама Ксюши и Маргариты. Сегодня необычное видео. Мы с папой решили устроить нашим детям пранк. Девчонки не знают, что я сегодня снимаю на их канал видео. В общем, какая у нас идея? Мы сегодня с папой хотим сказать нашим детям, что у них скоро появится братик или сестренка. Нет, на самом деле я не беременная, это просто шутка. Мы хотим посмотреть на их реакцию, что же они скажут, понравится им это или не понравится, будут они рады или нет. Чтобы они не заподозрили ничего, я начну сегодня снимать обыкновенный влог. В общем, ну, как обычно скажу, сегодня снимаю влог, буду снимать их в течение дня. И вечером, когда придет папа с работы, мы скажем им эту новость. Я хочу подготовить коробку. В этой коробке будут лежать, ну, какие-то вещи, которые будут ассоциироваться с малышом, с ребеночком. Мы дадим им эту коробку, и после того, как они откроют эту коробочку, они увидят, что там, и сразу догадаются, что мама беременная. Вот, и поэтому, думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на их реакцию. Вот, я нашла такую вот коробку. Как раз она не очень большая, не очень маленькая. И... Так, мы заранее с папой купили вот такие вот соски. Поэтому они будут лежать в коробке в этой. И тут, я думаю, сразу будет понятно им, что к чему и почему. Так, еще я нашла вот такую вот фотографию. Это снимок Максима, когда он еще был в животике. Поэтому здесь тоже я его оставлю. Так, ну что, я думаю, этого будет достаточно, чтобы догадаться, что мы хотим им сказать, какую новость сообщить. Поэтому я так и оставлю. Коробочку закроем. Вот, и дадим нашим деткам. Ну что, ребят, коробочку я подготовила. Будем снимать влог. Скоро они придут со школы. Ну и вечером, когда придет папа, мы им дадим эту коробку. Отдыхаем? Угу. Угу, хорошо. Погода супер? Да. Просто... Мне сладенького что-то хочется. Тебе не хочется? Суя! Давай. Мы уже попробовали с маргаритой. Мам, я видела видео в ТикТоке, где они мороженое добавили вот это. Они взяли формочку от мороженого, вот это, потом они молоко. Шоколадку? Шоколадку в мороженое. Бонни. Вот это Бонь, тебе нельзя шоколадку. Пробовали, сколько раз покупала нет, я это. Нет, вот это нет. Это с этим... Тоффи, да. Нет, это никогда не покупала. Да ладно. Да, правда? Папа, у нас сегодня опять повар. Папа повар? Что папа готовит? Пучок, мяско, картошечка. Что же будет это? Блин. Папа, что же это будет? Красиво. Вкусняшка какая-нибудь. Папа редко готовит у нас, как вы уже знаете, да? Я. Как ты думаешь, Маргарита? Будет вкусно? Да. Давай папе помогать тогда. Пад шоколад есть. Так, все, я шоколад убираю. Сейчас, где остальные шоколадки? Они там. Вам тут оставь, вы все съедите за раз. Я Так, садимся, слушаем внимательно. Да. Здесь, дома, но я вам буду помогать. Спрятана одна коробочка. Блин. Вы должны ее найти. Давайте поиграем в игру. О, коробка! Нет, давайте поиграем в игру горячо или холодно. Угу. Вот вы будете идти, да, я вам буду говорить там холодно, холодно, горячо, тепло, тепло или холодно.
И вы будете идти туда, куда нужно, и потом найдете. Нам хорошо? Потом, когда найдете коробочку, сразу не открывайте. Сядете вот сюда. Не трясете ее. Нельзя трясти. Почему? Потому что садитесь сюда, Бонифу. И да, и потом, в общем, откройте все вместе. Хорошо? Давайте. Давайте. Мы должны все вместе искать. Давайте искать коробку. А какого она цвета? Ну, когда я скажу, горячо кипяток тогда. Хорошо. Нет. И тут не кейс. Ну, а тут ириски справа и звона бускарля кахита. Говори! Так, ну давайте, холодно, тепло немножечко. Холодно. Дальше для кухни. Холодно. Тепло. Теплее. Теплее немножко. Оно что у меня? Немножко теплее. Немножко. Ой, фокус пропал. Во. Тут нету коробки. Ну, холодно. О, значит, не тут. Ну, почему? Тепло здесь. Просто ты не в ту сторону идешь. Когда я говорю холодно, значит, вот. Ты разворачиваешься и идешь. Холодно. А, так что оно где-то тут, да? Холодно. Э? Холодно. Тут где коробка, Барс. Нет, холодно. Где? Ксения, хватит пугать. Вот. Теплее. Ну где она? Коробка. Еще теплее. Горячо. Только не открывать сначала. Я сегодня хотела эту тумбочку открыть, когда я тут в комнате была. Не надо трогать. Там для всех подарок. Пойдем. Давайте садимся на диванчик. Только осторожно, не тряси. Не тряси. Да. Да, я не тряси. Идем, садимся на диван. Не трешу. А что? Чтоб всем было видно. Все, потихонечку открываем. Почему? Да. Хорошо, давай. Раз, два, три. Потихоньку, да, другую открывай. Там получится. Ах, душа. Мама, ты все беременна? Мама! Это неправда. Круто. Не понимаете. Карина, ¿qué es eso? Мама. ¿No sabes? Es para ti. Para que duerme de la noche con chupete. Почему? Как это кто? Нет, это старый снимок, понятное дело. Мы еще не ходили, не снимали. Мама, ты беременна. Это неправда. Они просто так соски купили. Почему неправда? Почему ты так думаешь, что это неправда? Ты что, расстроилась? А? У тебя... Ты рада? Что рада? Что будет братик или сестричка? Это неправда. Ну как неправда? Неправда. Как не про смотри, они не поняли. Макси, vas a tener otro hermanito. Это не правда, это пранк. Нет. Да. Нет, ты чего, как можно так шутить? Я не поняла, ты почему плачешь? От радости или от грусти? От грусти я не хочу. Я не хочу. Почему не хочешь? Смотри, Ксюша. Ксюша счастливая, смотри какая. Почему ты не хочешь? Максу хорошо будет, если братик. Как ты думаешь, братик будет или сестричка? Макс там. Макс, ты понял? Макс, если будет братик, он у тебя заберет все машинки. Тебе придется делиться машинками. Ну как вам новость? Почему она не? Почему она не верит? Я понять не могу. Потому что всегда делаете пранки. Мы никогда вообще пранки не делаем. Я сегодня решила влог снять, чтобы это видео осталось у нас в памяти, поэтому я влог снимала. Я вообще думала, что Ксюша плакать будет.
Почему я? Потому что Ксюше больше всего не хочется. Я хочу, я тебе говорила, я хочу братику и сестру. Да? Это Ксения Кири. Ну, это ее вампир. Кири Кугара. Ксюша, я вообще-то думала, что наоборот Маргарита будет рада, чем Ксения. Ты 100% права. Серьезно? Да? Да. Давайте. Как вы думаете, кто там, мальчик или девочка? Никто. Их хлопает. Ну все, с кем спать будет он? Или придется Маргариту, Каролину кому-то, Макса к кому-то переселять? Или вы вдвоем будете спать? Почему? Ну потому что, а потом... Или ты будешь спать с братиком или сестричкой? Спасибо. Будешь ночью вставать нянчить? Почему неправда? Потому что. Почему ты думаешь, не мой? Эй, пранк! Мама, зачем меня так пугаешь? Не знала. Я сабия, что не могу спать. Надо, я там у вьехито, но папа прессо. Почему ты так это воспринимаешь? Это шутка. Вот, Ксюша, она неверующая. Она... Почему? Потому что это неправда. Ну почему ты поняла, что это неправда? И почему ты не имеешь стресс? Маргарита поверила. Ты правда не хочешь братика или сестричку? Но это был пранк. Маме не было. Это пранк. Я хотела стараться. Это шутка. Ее маме не имеет сантимент. Ну все, прости меня. Прости меня, я пошутила. Это шутка, не будет никого. Это шутка, честно. Все, успокоилась. Я почему-то думала, что ты обрадуешься. Зачем соски? Просто соску купили, чтобы как-то... Для Боньки. Да, для Бони, вот. Бонь, это тебе соска. Че ты так реагируешь? Это Макс. Макс, это ты. Это ты маленький. Да, это Макс маленький. А почему тут год это? Ну год, посмотри какой, вот. 2014 год, он родился в 2014. А вот это почему? Это мой год рождения. Это не это. Ага, какой-то соски. А это соски. Мы просто решили с папой подшутить над вами. А кого, когда вы так купили? О, Мигру. Давно уже, да. Ну как давно? Перед твоим днем рождения. Я что, расплакалась, сама не знаю. Вот это начала плакать, я расплакалась. Все, успокойся. А как? Я смотрю на фото, это не может быть, потому что у тебя совсем ничего. Нет, но я просто взяла снимок, чтобы вы догадались, чтобы не только соски лежали, я знала, что вы подумаете, что это, Ваня, смотри, что это не новый снимок, просто я что-то должна положить. Можно Боньке дать? Все? Мам, можно? Успокоилась? Можно. Ты рада? Mm-mm. Да, ты рада, что не будет никого. А, ну да. Ну. Где соска? Ну-ка, где? Вот, соска пригодилась собаке. Ну вот. Не зря купили. Да, Бонь, где соска? А, где соска? Где, дай? Где соска? Вон. Где соска? Бонь, Бонь, смотри сюда. Вот так вот она ее любит грызть. Она ее, кстати, уже прогрызла. Она всегда наверх кидает. Она да, вот такая вот она. Лялечка у нас. С сосочкой, да? Где соска? Где соска? Бонь. Сгрызла все уже. Бонь! Ксюня убирает в саду. Бонь, не надо, Кар. Нельзя. Игрушки все сюда тащи, Ксюш. Игрушки все сюда тащи. И велик тоже. Почему? Ну что он там стоит? Он должен в другом месте стоять. Маргарита замораживает кофе папе на утро. И что потом он должен делать с этим? Да. Просто... Он достанет это. Я увидела это у Марины. Это, ну, это потом папа, нужно вот достать. И потом положить. То есть потом... Вот с молоком. Угу. Так это в молоко бросать нужно или куда? Да. И плюс сахар, если папа захочет. Да.
вкусно. Не хватило? Не знаю. Может, еще я еще сделаю. Там у меня еще. Ну что, ребят, на сегодня мы заканчиваем наше видео. Я надеюсь, вам тоже понравился наш пранк. Нет. Так же, как и Маргарите. Бедная, она расстроилась так. Ужасно. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А мы будем спать. Всем пока. Пока. Ни за что никогда, ты сестричка.